Доброе утро. Меня зовут Игорь Эрметов, я врач-стоматолог. Ігор Ерметов – стоматолог. Не викидає зуби, які видаляє. Знає, в яких кущах ховається переляканий пацієнт. Чому люди бояться стоматологів? Можна анекдот? Спрашиваю чоловіка, чого боїшся більше всього? Стоматологів і темноту. Ну, стоматологів, понятно, а темноту чого? А представляєте, скільки там стоматологів? На самом деле стоматологов боятся, потому что раньше стоматология была очень агрессивной, то есть детей, особенно маленьких, лечили там без анестезии, без обезболивания, их там обманом лечили и насильно лечили. И, естественно, потом вот это все в подсознание откладывается и вырастают взрослыми людьми и все равно боятся стоматологов. Стоматологи боятся стоматологов. Стоматологи больше всего боятся стоматологов. Мы даже в своей профессиональной среде шутим, что когда стоматолога лечит стоматолог, и пациент в это время пытается все контролировать, каждую мелочь. Потому что стоматологи, они такие педанты и пытаются все проконтролировать. Да, боятся. Сколько зарабатывает стоматолог? Стоматолог зарабатывает достаточно. Ну, наверное, есть стоматологи, которые зарабатывают там $1000, а есть стоматологи, которые зарабатывают 10, 15, 20 тысяч долларов. Разные бывают достатки. У пациента неприятный запах из рота. Вам огидно? Нет, мне не противно. Это часть моей работы. Я думаю, что я работаю больше 20 лет, и за этот период я адаптировался. С этим все нормально. Пациент втратил сведомость. Ваши дії. На самом деле мы проходим курсы неотложной помощи, и мы готовы к этому. Если он теряет сознание, нам нужно понять, почему он потерял сознание. От страха, от влюбленности, от там у него аллергия или еще что-то. Мы знаем, что при этом делать. У клиента истерика. Что робити? Танец бубном, там, танцы живота и все остальное. На самом деле это очень актуально, ну, не со взрослыми, в основном с детьми. И к детям нужен особенный подход. Чтобы не было истерики, с пациентом нужно начинать общаться еще не в кабинете, а там в приемной. Подойти, познакомиться, подружиться и так далее. Тогда в кабинете истерик не будет. Сигареты и кава – вороги стоматолога. Сигареты и кофе – друзья стоматолога. Они добавляют работу для стоматолога, если так вот говорить. На самом деле сигареты на зубах они образуют пигментированный налет, но сказать, что это причина кариеса, я не могу этого сказать. Кофе – то же самое, скорее пигментирует. Вот сладкое, углеводы, там хлеб и все остальное – вот это враг для зубов, ну и друг для стоматолога. Что делает стоматолог с выдаленными зубами? Если это красивый зуб, например, у него красивая морфология, то этот зуб можно оставить, его можно пофотографировать. У нас постоянная ротация ассистентов, интернов, молодых врачей. Они на этих зубах могут тренироваться, лечить каналы, ставить пломбы. Мы эти зубы используем. Кто больше боится стоматологов, чоловіки або жінки? Больше боятся мужчины. Когда я только начинал работать стоматологом, у меня лечились представители криминального мира. То есть это люди, которые склонны к насилию, так вот они больше всего боятся. И это для меня тогда в свое время это поразило. Пациенты відбивалися від вас, коли їм було страшно? Я помню ситуацию, когда у меня был парень 16-летний, и он как на каком-то этапе вскочил с кресла, убежал, и мы его искали в кустах. Поэтому, да, это вот его дикий страх, заложенный в него в детстве, а он у него выстрелил в 16-летнем возрасте, это было. Чи може стоматолог випадково просверлити язика пацієнту? На самом деле все возможно. Риски есть всегда. И это опять-таки это зона ответственности врача. Стоматолог работает агрессивными инструментами, борами, бывает даже дисками в ротовой полости. И если пациент в этот момент, например, языком резко двинет, то опасность такая есть. Поэтому мы стараемся обязательно подстраховываться, одевать системы изоляции и так далее, и так далее. Но риски есть всегда. Вас кусають за пальці? Случайно. Ну, то есть, например, бывает так, что у пациента открыт рот, я там что-то делаю во рту, а он в это время хочет что-то сказать. И такой раз, пласнул мне по пальцу. Ну, вот такое было.